down through the narrow passage of Anyabhilashita Shunyam, giving up all material desires and worldly baggage. Итак, вы прошли через Анья Билашита Шуньяму, надеюсь, что вы оставили там все свои мирские желания. And now we are coming to the village of Chiksoli. И сейчас мы добрались в деревню Чиксоли. Чиксоли Гаунаки! The glory of Chiksoli is that this is the village of Chittrasakhi. Слава Чиксоли заключается в том, что это деревня Читрасакхи. Shrimati Radhika has 8 prominent sakhis. У Шримати Радики есть 8 главных сакхи. Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата. This is Читрасакхи's village, Чиксоли Гаун. Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата. И вот это вот Чиксоли, это деревня Читрасакхи. So, all the maidservants of Radharani, they go and they learn skills from the 8 sakhis of Radharani. И все служанки Радхарани для того, чтобы обучить различным искусствам, идут к сакхи Радхарани. Возьми ее под руку. Сурита премера гуру. The sakhis of the Radhika, they are my brain gurus, teaching me how to serve Radha Krishna with love. Сакхи Радхики это мои према-гуру, они учат меня, как служить Радхе и Кришне с любовью. Сакхи Ганамама Панамасурита Югала Премера Гуру. Why? Because the sakhis being same age as Radharani, when Radhika meets very closely with Krishna, they feel some shyness and they recede into the background. So at that time, who will serve Radha Krishna? So they train the younger ones who can go and serve him at that time. They are the mentors. Подруги Радики одного и того же с ней возраста, всякие Радики. Поэтому, когда Радха и Кришна уединяются для интимных лил, то подруги Радики немного стесняются, и они в это время уходят в лес. Но для того, чтобы кто-то служил Радхи и Кришны во время их романтических лил, они обучают манджари всем искусствам. So what kind of skills do they learn from Chittrasakhi? И каким же навыкам они учатся у Читрасакхи? Читрасакхи knows how to identify all different types of honey just by looking at it. Читрасакхи может узнать, какой вид меда перед ней, просто когда она взглянет на него. Because she's expert at making drinks. Она эксперт. And honey wine is very important in Radha Krishna's lila, Madhupan lila. Она очень хорошо разбирается в напитках, она в них эксперт. И особенно она разбирается в медовухе, это такой мадупан, такой напиток из меда. Читра means wonderful, amazing. Читра означает удивительный, прекрасный. So amazing, she's expert in the languages, speaking the language of different animals and birds. Она настолько удивительна, что также она эксперт в языках, она понимает все языки животных и птиц. She knows the mystic power, how to light a fire by mantra. Ей доступны такие мистические силы, что она умеет зажигать огонь мантры. And she knows the secret art of how to sneak into a place invisibly without being seen by anyone. И также она владеет секретным искусством, навыком того, как секретно проникнуть в какое-то место, будучи невидимым. So if you want to have these skills in the service of Radha and Krishna, you'll have to go to the lotus feet of Chittrasakhi here in Chiksoli and learn from her. Если вам нужно обучиться этим необходимым навыкам для того, чтобы служить Радхе и Кришне, то отправляйтесь сюда в Чиксоли, в Читрасакхи. Она вас научит. Читрасакхи is most famous for her Chitra, that means paintings. Но особенно Читрасакхи известна своим Читра, то есть искусством рисования. One day, Shrimati Radharani was here with Chittrasakhi, and she was feeling so much separation from Krishna. Однажды Шримати Радика была здесь, Читрасакхи, и она чувствовала огромную разлуку с Кришной. So then Chittrasakhi thought, perhaps I can soothe her separation by painting a picture of Krishna. И тогда Читрасакхи если я нарисую картину Кришны. So she sat down next to Radhika with her canvas. И она села рядом с Радикой со своим холстом. And she began to paint. И стала рисовать. Сучару вакра мандала, сухарна ратна кундала. Bye.
first she painted the beautiful face of Krishna. Сначала она нарисовала прекрасное лицо Кришны. Sukarna Ratna Kundalam, and then she painted his earrings, but she uses real jewels. А затем она нарисовала. Затем она нарисовала сережки Кришны, но для этого она использовала настоящие драгоценные камни. Также она начала рисовать его тело и умастила его настоящей сандаловой пастой. Она нарисовала прекрасные глаза Кришны. И когда Читрасаки закончила свою картину, когда она нарисовала прекрасные глаза Кришны, то они словно ожили и задвигались, задвигались брови Кришны, и он взглянул прямо на Радику. И Радика стала плакать. Radharani said, "Oh, it would be better for me if I would die." Шрила Рупа Госвами пишет, было бы лучше, если бы я оставил тело. Because a woman should give her heart only to one man. Потому что женщина должна отдать свое сердце только одному мужчине. I'm so sinful. I've given my heart to three men. А я так греховно, я отдала свое сердце целым трем мужчинам. First I heard of a boy, and his name was Krishna. Сначала я услышала об этом мальчике, которого зовут Кришна. Krishna, oh, all my vivek, all my intelligence and discrimination completely collapsed. И как только я услышала его имя Кришна, то тут же весь мой рассудок просто поплыл. But then I heard the sound of someone playing in the flute. А затем я услышала, как кто-то играет на флейте. And I also became completely madly in love with him. And now you've painted this boy in this picture, and now I've fallen in love with him. So I've fallen in love with three people. А сейчас я нарисовала изображение этого прекрасного мальчика, и теперь я в него влюбилась, поэтому теперь я влюблена в трех мужчин. Читрасаки said, "Oh, Saki, there's no need to die. Don't worry." Не переживай, Саки, нет необходимости умирать. These three people are all one person. Нанда-нандан. Потому что эти три человека на самом деле это одна личность, Нанда-нандана. So, actually, it's very, very deep. На самом деле это очень глубоко. When Radhika's frame goes to the stage of Anurag, she's so focused in tasting Sri Krishna's qualities. Она так поглощена вкушением качеств Кришны. That her intelligence for tasting Krishna's qualities becomes very fine. Что ее разум, ее ум, как бы с помощью которого она вкушает качества, становится очень тонким. Like the eye of a needle. Он становится тонким, как игольное ушко. So if you try to put some cotton through the very small eye of a small needle, and you pull it, what happens? Only one thread comes through, and there's a big tangled mess on the other side, you know? И вы знаете, как если вы захотите продеть такую, ну, то, что обычное даже нет, через очень-очень тонкое игольное ушко, то одна ниточка из этой ниточки пропадет, а другие останутся портиться. So Radhika's relishment of the sweetness of Krishna is so intense that she can only relish one aspect of Krishna's sweetness at a time. И Радика вкушает качество Кришны так интенсивно, так глубоко, что она может прочувствовать только одно его качество за раз. And she cannot see the other qualities of Krishna. И тогда она не видит другие качества. So because of the intensity of Anurag, she thought, when she heard someone's name and someone's flute and saw someone's form in the picture, it was three different persons. Поэтому благодаря интенсивности ее Анураги, когда она услышала имя Кришны, как он играет на флейте, и затем вот изображение, она подумала, что это три разных человека. So then, Читрасаки began to paint again. И Читрасаки снова начала рисовать. And
she painted the legs of Krishna. Она нарисовала ноги Кришны. And then she went to paint the feet of Krishna. Затем она захотела нарисовать его стопы. But Radharani caught her hand and said, "Don't paint the feet." Because I'm afraid if you paint his feet, he may leave me. So these are the loving pastimes of Radhika and Chitrasakhi here in Chiksoli. Chiksoli gaana ki jai, Chitrasakhi ki jai, Vale Vrindavan mein hai lal ki jai, Jai Jai Sri Radha.